Торжественное открытие школьной спартакиады устроили в ФОКе спортклуба «Нейтрон». Желаю вам достойных побед, выступлений, здоровья и всех благ вам на вашем жизненном пути, отличной учебы и всего самого лучшего. Соревнования будут проходить в течение всего учебного года. Участвуют все городские школы, состязаний много, более десятка, в том числе кросс, баскетбол, лыжные гонки, народный мяч и легкоатлетическая эстафета. Такие соревнования нужны для развития детского спорта в городских как бы рамках и областных, и дальше уже выход на всероссийский уровень. А на всероссийский уровень димитровградские школьники выходят уже третий год подряд. Это команда из многопрофильного лицея, которая, как лучшая команда, представляет не только наш город, но и регион. В президентских состязаниях во Всероссийском детском центре «Орленок». Арина Макарова, Константин Белов. Новости Димитровграда.